Всем хаешки, с вами я, Александр, это канал AMBOT. Играем мы сегодня во что? В какую игру? Наверное, вы догадались. Молодцы, это Clash Royale. И у нас вот такой вот сундук, который я уже успешно открыл и получил что? Ледяного колдуна, легендарная карта. И она, даже ее можно улучшить до второго уровня. Забираем. Забираем мы эту карточку. А также хотел сказать отдельное спасибо Дане Черникову за оформление. За оформление вот этих по бокам полей. Ну, сразу же, пока я буду говорить, сыграем. Это не мой аккаунт, как вы поняли. И как раз вот здесь вот огромное спасибо Кириллу Мельнику за предоставленный аккаунт, который я с удовольствием открыл сундук. И вот сейчас немножко сброшу ему статистику, наверное, или еще чего-то там. Потому что я вряд ли здесь могу затащить бой. Бойцы мне новые, бойцы не знаю, что они делают, что способны эти бойцы. Поэтому сражаюсь как могу. Не обессудьте. Не надо мне в чат бомбить, что все у меня печально, я не умею играть. Да, я не умею играть. По крайней мере, на этой уровне сложности. Перейдем к моим сражениям, к моему аккаунту. И там попробуем все сделать гораздо получше. Ну а здесь вот пока делаю все, что получается. Пока, как видите, получается у меня не очень. Далеко не очень, и мы проигрываем. Но, тем не менее, я стараюсь победить. По крайней мере, уже победить, наверное, вряд ли, но стараюсь, по крайней мере, защититься. Еще нам ждать не так долго, конечно, будет длиться, но в сражениях это гораздо все медленнее происходит, нежели чем на самом деле. Да, вот все, что бы я не предпринимал, просто все разносится только в путь. Не знаю, что я делаю, но я пытаюсь что-то сделать. Призываю он каких-то скелетов. По крайней мере, ну, не знаю. Зря я огненный шар, конечно, туда запустил, он уже погиб. Ну, ладно. Я надеюсь, меня простят за такую игру. За такое поражение, за такой проигрыш. Ну, я действительно не знаю, что тут делать, не знаю, кем сражаться, кто на что способен. Вот берем ледяного колдуна, что он вообще умеет. Давайте посмотрим. Потому что достал эту карточку. Ну, уже не успели посмотреть. Не успели, нас уже разгромили. Добили нас просто с расстояния, жахнули по нам. А вот и мой аккаунт. Видите, здесь написано AMBOT. У меня пока еще нет клана. И я перебрался на арену номер 2. И у меня также есть неоткрытые сундуки, которые мы с вами их откроем и посмотрим, да. И как вы уже, наверное, успели заметить, что у меня есть вот такой вот магический сундук, который мы сразу же откроем с нетерпением, потому что здесь много интересного и вкусного может быть. Получается немножко не так, да, как обычно. Открываю я самые простые сундуки, потом открываю что-то более серьезное. Сейчас я сразу ткну на такой, ну, как бы он у меня уже стоит давненько, и мне его уже давненько хотелось бы открыть, посмотреть, что вообще в нем, потому что карточек здесь довольно-таки много. Ну, пока все падает стандартное. Эпическая карта, гоблинская бочка. Что это, зачем это? Ну, у меня ее не было, по крайней мере, это я точно скажу. Что она вообще дает, насколько она хороша, это надо будет, наверное, попробовать. Ну, по крайней мере, не попробую, так посмотреть. Так, ну и здесь все обычные стандартные карты, простые, ничего тут интересного, в принципе, не наблюдается. Так, и что здесь еще у нас? Золотишко, скелеты. Скелеты у меня уже можно повысить. Скелетов я еще на самом деле тоже не смотрел, что они из себя представляют, поэтому я думаю, надо будет сейчас отправиться в карты и посмотреть вообще, что вообще это все дает. Что это все дает. Так, давайте посмотрим, что у нас по картам. У нас по картам добавилась карточка.
Информация. Давайте глянем. Так, на арене. Так, три гоблина. Где угодно на арене появляется три гоблина. Покатаемся с ветерком, ребята. Гоблин 6 уровня. Три гоблина, радиус 1,5. Что они дают? Не понимаю. Пока не посмотришь, не поймешь. Ну, давайте, окейушки. Сейчас вот эту карту, наверное, мы использовать. Попробуем, поставим ее вот куда-нибудь вот сюда. Посмотрим за место лучников, что это такое вообще, что это дает. Тебя, наверное, мы улучшим. Давай-ка. Лучших пока карточек нету, поэтому улучшаю то, что есть. То, что мне доступно, то, что я, по крайней мере, таскаю с собой. Вот это я и улучшаю. Так, окей, все. Больше тут пока что улучшать нечего. Эти я не улучшаю. Скелеты я еще не смотрел, если честно, но он просится улучшиться. Но я его и не улучшаю, не знаю. Можете по поводу этих карт написать, отдельные они, недельные, стоит их использовать, не стоит. Ну вот я бы еще, в принципе, вот это мог использовать. Но пока некуда мне их закидывать, вот эти заклинания. Пока вроде неким заменить. Все вроде здесь нормальное. Ну, давайте не будем затягивать, просто отправимся на арену, посмотрим, попробуем выиграть два боя, если это у меня вообще удастся. Потому что, ну, здесь я проводил несколько боевочек, где-то выигрывал, где-то проигрывал, поэтому даже не знаю. Если я, скорее всего, проиграю, то значит я слечу, скорее всего, куда-нибудь так. Ну, давайте вот сюда их попробуем поставить. А, ну вот они просто троятся и летят сразу, бегут. Их быстренько слили. Давайте-ка вот так вот хижину поставим. Ко мне бежит рыцарь. Рыцарь бы мне, он не нужен здесь. Давай, мушкетер, давай, ставься. Сейчас пока, блин, ты поставишься, уже все слили. Ну ладно, ну и ладно. Так. Башню бы нам надо как-нибудь. Как-нибудь нам бы башню бы слить. Так, давайте подкопим. Пускай поближе подойдет персонаж его. Сейчас мы сразу сделаем следующее. Мы сделаем вот так, наверное. Мы сделаем сразу же. Давайте-ка вот так. Сильных бойцов поставим. А, этот вообще побежал. Он как берсерк просто. Щеманулся, ломанулся вперед. А сразу же давай гоблинов вот этих вот закинем. Вот это вот. И попробуем добить башню. Ну, вроде бы все пока нормально, все пока хорошо. Сейчас сразу же, пока он тут еще не очухался, ставим вот это. Гоблины пошли, гоблины рядом, сразу же они бегут, нападают. Рыцарь очень хороший танк, который... довольно-таки с немаленьким количеством жизней. Сейчас снесут мою вышку. Мою вышку снесут. Ну, а мы снесем вашу главную вышку. И еще гоблинов вот сюда вот. Ну, в принципе, гоблины неплохо. Они прям появляются там, где им надо появляться. И это хорошо, это классно. Так, давай тебя. Ну, вот этот дракончик, это мне прям вообще не радует. Он постоянно дракончик такой вот. Довольно-таки очень живучий, довольно-таки очень сильный. Но, тем не менее, здесь все получилось больше 2000 у нашего вот этого гиганта, у нашего великана. И поэтому мы, в принципе, победили. Пока он нас бил, мы били его башню. И все, и все. И видите, здесь дали нам новый сундук, дали нам золотой сундук. Давайте попробуем еще отправиться в бой. Может быть, что-нибудь нам дадут интересное. И опять же, я не посмотрел, сундук это для второй арены или это все-таки для первой. Так, фаер полетел в меня, замечательно. Давай ставим тебя, ведьма, ставим тебя. Погнали, побежали. Надо сейчас кого-нибудь на защиту поставить. Не знаю даже кого. На, вот так. Вот так пускай будет. Там уже вышка разлетелась пока. Тут все у нас хорошо. Гоблинов закидываем сюда.
Пусть они дальше бьют. Немножко не точно, но вот сюда, в бок ближе закинуть. Рыцаря. Пойдем. У рыцаря довольно-таки неплохо по жизням, как я и повторяюсь, говорю. Но там уже нас встречает вражеский рыцарь. Поэтому мы сейчас ставим вот это вот сюда. Но он, смотри-ка, в центральную вышку нам бьет и бьет, бьет и бьет. Ну ничего, мы сейчас отобьемся. Так, мушкетер есть. Ну, мушкетера, в принципе, быстро ломает. Но, тем не менее, есть хороший плюс, то, что у нас накапливаются гоблины в этот момент. Это очень-очень хороший плюс. Но я думаю, мы сейчас вынесем и этого противника, как бы. Здесь уже, скорее всего, да, чем нет. Вот, в принципе, здесь бро, вот был ник, бро не потянул. И он плачет. Давайте мы порадуемся. Вот как-то вот так вот. Окей, ну здесь дали нам обычный серебряный сундук. Можно было бы их убирать, бы выкидывать каким-то образом. Но их никак не выкинешь, их только можно ждать, их только можно открывать. Вот как-то вот так вот. Что у нас здесь? Здесь у нас карточки. Эпические скелеты продаются и фаербол, огненный шар. Но не будем ничего здесь покупать, потому что я покупал вот этих парней. Их качал как раз там. У меня все золото все туда слил, чтобы прокачать до 4-го, ой, до 3-го уровня. Вот. Поэтому золота не так много сейчас. Также открывал всяческие сундуки, чтобы побольше было карточек, поэтому и тратил вот эти изумруды, или кто они там, бриллианты. Неважно. Короче, какая-то валюта, за которую можно открывать по-быстрому сундуки. Вот так понятным языком объясню. Ну, в принципе, гоблины... Да, хорошая карта, она прям очень помогает, очень тащит, поэтому я думаю, она будет гораздо интереснее, чем вот эти лучники. Они прям молодцы. Ну, а на сегодня, наверное, на сегодня мы закончим наше видео. Не будем затягивать, не будем сильно длинные ролики делать. Они, скорее всего, будут, если длиннее делать, более скучные, менее вам нравится. Вообще, пишите в комментариях, стоит ли больше уделять времени в роликах боевки здесь. Стоит ли мне с вами побольше биться или все же делать покороче ролики. Все зависит от вас. На сегодня это все. Всем спасибо за просмотр. Всем пока-пока. До новых встреч. И встретимся в новом видео. Подписывайтесь на канал и не пропустите его.